Ребят, всем привет! С вами опять Гараж Ремонт. Снова, точнее, Гараж Ремонт. Я отдохнул, приехал, сижу в гараже уже. Видеоролики я вам покажу, где был в Турции. Там что-то поснимал, так, концертики туда-сюда. Вот. И кому интересно, посмотрите, где можно отдохнуть. Мне, в принципе, понравилось все. Дальше продолжаем заниматься автомобилями. Пойдет съемка. Будем снимать. Сейчас у нас машинка будет. Либо Chevrolet Blazer на покраску будем делать. Там еще 14-я черная будет. Убирать мы будем пауки, переходами будем красить. И по сварке машина будет. Ну, я вам все буду показывать, смотрите. Сегодня съездил на Мерседесе, сделал сход-развал. Правую сторону тянул руль, сделал, прокатился, все равно подтягивает, но поменьше, но подтягивает. Скорее всего, может быть из-за резины, потому что там резина с правой стороны, она что-то там, горб какой-то небольшой, надо менять будет резину, все равно буду покупать резину новую. Вот. А так, смотрите дальше, ребят, я вам все покажу. Все, буду снимать, рассказывать и так далее. Купил сегодня себе болгарочку. Моя болгарка сломалась. Сейчас вам покажу. Вот, ребят, купил такую вот болгарочку. Ну, фирма китайская, в принципе. Ну, довольно ходовая. Вот, дали нам в комплекте такой еще диск. 100... Какой он тут у нас? 125-й. 1,2 миллиметра отрезной. Скаль попробовать, может понравится. В принципе, я беру обыкновенные ходовые тоже диски, такие отрезные. Не знаю, попробую, посмотрим. Вот. Сейчас. Гарантия на нее. Стоит она же не 2000 рублей. Вот, да, 2000 рублей, вот ценник даже забрал последнюю. Говорят, разбирают быстро. Вот. Моя сломалась болгарочка. От нее вон запчасти все валяются. Она сгорела. Со внутренней вот эта перемотка, где сгорела. Вот. Дальше мы будем показывать, сниму, как буду ставить печку. Будем ставить ее вот сюда, вот где шины. Их мы уберем. Шкаф вот этот тоже уберем. Туда поставим печку вниз, где стоит компрессор. Сделаем вот с этой стороны, с левой мы сделаем такой короб небольшой для компрессора. Туда его поставим. И печку мы поставим вот сзади меня сюда, с этой стороны будем ставить и будем выводить ее на ту сторону. Труба там, все вот этому я сегодня приценился, ну что-то в районе там 5000 надо все это потратить, чтобы они были, ну, хорошие. Что-то самому не хочется варить, я проще куплю. Вот. Неохота заморачиваться, потому что времени нету, сейчас работы много, машин много тоже, еще и трубами заморачиваться некогда. Вот. Я сегодня первый день выехал, отдохнул, дома повалялся. Сегодня у нас с женой юбилей, мы сегодня будем отмечать, поэтому тоже времени нету. Завтра уже на работу.
Поэтому как-то времени нету. Проще я куплю, сделаю. Будет зато комфортно. И будем делать потолок. Потолок будем тоже сайдинг делать белый. Добавим мы света сюда побольше. Здесь у меня 4 лампочки длинные. Вот такие вот. Две такие по бокам и два сверху. Две сверху. Все равно мало света. Но я думаю, сделаю потолок белый. Сделаю побольше света. И нормально будет. Вот. И будем отсюда убирать несколько, ну, не половину шкафов будем убирать. Будем делать вот такие вот, которые сзади меня, ну, навесные, чтобы они висели. А вот эти вот все столы, вот эти вот, будем убирать. Вот этот стол мы, может, оставим, он пригодится. Чтобы, ну, хочется сделать, чтобы было меньше пыли. Потому что красишь, полируешь, потом вот этим геморроем занимаешься. Но пыль будет, ее всю не уберешь с гаража, но меньше будет. Так, ребят, ну, в принципе, на сегодня все. Видео выложу, смотрите. Сейчас машинки пойдут, буду все снимать, показывать. Всем пока. Смотрите дальше ролики, как я отдыхаю в Турции. Пока.